Последняя атака в первом тайме. Это о, здорово! Ну, большой мастер и гол просто великолепный. Вот он, индивидуальный перевес. Вот зачем брали камерунцы Ланжи. Ну и никаких сомнений, что выйдут в групповой этап Лиги Европы подопечные Гуса Хидинга. Но вот этот момент, это просто шедевр. 5 полевых игроков и голкипер. Thank you.